Привет, с вами снова я, и да, в прошлом видео у меня куда-то, если честно, делась четкость. И если честно, я сейчас тоже не знаю, хорошая четкость или нет, потому что я не вижу. Вот, а настроить я почему-то ее не могу нормально. Меня все просили снять реакцию на 91 Калай Карасин. Я, в принципе, уже снимала, но это именно бэкстейдж, который недавно выложили, и поэтому хочу снять уже реакцию именно на этот бэкстейдж. Я же не знаю, как правильно произносится, если честно. Вот. Как обычно, наушники и все остальное. Давайте начнем. Приступим. Раз, два, три. Поехали. Just visual. У меня чуть-чуть наушники не работают, через что-то. Один наушник слышит, другой нет. Такие прикольные. Так там холодно. Бедные. В такой мороз работают, прикиньте, да, ужас. Никогда не завидовала работе режиссера, на самом деле, помощников его. Горячий пью чай. Суп, да, наверное, скорее всего, бульон. Такие хорошенькие. Его курткой накрыли сверху. Я думала, будет такой сейчас, ну, типа звук, но нет. Я думала, как его поднимают, оказывается, просто к тяну, да. Ох, ужас. Это, наверное, больно, да? Как девочке повезло. Хочу на концерт 91. Вот серьезно, хочу очень сильно на концерт. Мы тут недавно написали то, что в Казахстан россиянам безвизовый этот. Может, съездить или как-нибудь деньги накопить. И к 25 годам, может, я все-таки съезжу в Корею. В Корею, в Казахстан все вместе. Калай Карасин. Такой огонь, знаете, блин. Горячий мальчик. Пш-пш-пш. Калай Карасин. Ух, все снимают на телефон, как это мило. Я надеюсь, что агентство 91 выпустит на сцену еще каких-нибудь звезд, так на самом деле на этот раз это скорее всего. Хочу, очень хочу, чтобы это была женская группа. Вот. Пока я говорила, кончился клип. И в конце мне сказали, все это биты. Кончилось. Вот. На самом деле я очень надеюсь, что 91, точнее их агентство,
Jazz Visual, да? Вроде. Да. Выпустить новую группу, и на этот раз это будет женская группа. Вот. И я на этот раз с вами вообще прощаюсь, у меня звонит телефон, так что всех вас люблю. Пока-пока.